тебя подлечим. Где такая юная леди могла этому научиться? Мне приходилось постоять за себя. Волк ничто против разбитой бутылки. А, он у тебя? Прекрасно. Итак, я полагаю, наш план доставить его на радиовышку? Да, так мы сможем послать сильный сигнал во всех направлениях. Послушай, Лара, нам нужно послать сигнал бедствия, а я не скоро встану на ноги. Да, я боялась, что ты это скажешь. Ты справишься, Лара. В конце концов, ты же Крофт. Боюсь, я не та Крофт. Именно та. Но пока этого не знаешь. Понадеемся, что я быстро учусь. Прошу, береги себя, Лара. Можно залезть. Он хотел, чтобы их нашли. Спасибо Роту за его тренировки. Все эти бесконечные походы и мучительные восхождения. Он как будто готовил меня к чему-то подобному. Теперь совершенно ясно, что здесь живут люди. Их целая организация. Они убивают вновь прибывших на остров, некоторых принимают к себе, но...
золоченые фигуры. Двор императрицы. Возможно, это возвели в честь ее жриц. Невероятно. Ух ты! Я разговаривал с жителями острова, несмотря на запрет покидать дворец. Мой долг – выяснить истину. Но тому, что я услышал, невозможно поверить. Ходят слухи, что императрица связана с потусторонним миром. Говорят, она повелевает солнцем и дождем, и земля плодородна исключительно благодаря ей. Это, конечно, вздор. Но что же породило подобные слухи? Или это такой метод правления – культивировать в народе примитивные суеверия? Я видел благоговение в глазах аборигенов, когда они говорили о ней –
но нельзя было не заметить и страх. Она правит справедливо, налоги разумны, а штормовые стражи надежно защищают местных жителей. Неудивительно, что некоторые даже молятся ей. Для них она больше, чем императрица. Она божество. Посеять в здешнем народе смуту будет гораздо труднее, чем я изначально предполагал. Тебе нужно найти радиопульт. Это такая штука. Выглядит как куча старых переключателей. Поняла. Как найду, сообщу. Пожалуйста! Не надо! Не надо! У меня плохое предчувствие. Говорю тебе, Рейс, все дело в механике, а не в электрике. Давай уже, Алекс. Проблема однозначно где-то в электрике. Ах, вот как. Ух ты. Рейс, а это что за милый лисенок, а? Что, симпатичная? Очень. Это Алиша. Алиша? Класс. Дочка моя. Ей 14 лет. И она уже умнее тебя. Видимо, в папу пошла. Не слушай его. И ты бы... Да, займусь делом. Это точно электрика. Папа пошла. Ничего. Ну, был я на озере, на ночной рыбалке. Эй, Грим, пора задрать люки. Да-да, иду. Ну вот, значит. И вдруг эта тварь высовывается из воды и прямо рядом со мной. Ну, я и боднул ее в лицо. Удар головой он всегда выручит. Я неделю в себя не мог прийти. И с тех пор капли в рот не беру. Увидимся за обедом. Да. Ну хорошо. Так, давайте снимем ролик. Спасибо. Доктор Джеймс Уитмен, эпизод 15, дубль 3. Мотор. Итак, теперь крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Не торопитесь. О боже, стоп, стоп, стоп! Стоп! Он вернется? Я его приведу. Археолог с мировым именем. Исследователь.
сам, как редкая рыба. Вы же всемирно известный археолог, доктор Уитман. Не редким рыбам. А это просто рыба. Да что значит просто рыба? Будь трижды проклят этот твой натурализм, Сэмми. Я призван нести людям культуру, а не обеды. Без обид, Иона. Зрители требуют контента, доктор Уитман. И вы это знаете. Пока мы не нашли затерянную империю, нам нужны такие эпизоды. Давайте попробуем еще раз, окей? При монтаже мы сделаем из вас Гордона Рамзи. Доктор Джеймс Уитман, эпизод 15, дубль 4, мотор. Итак, крепко ее хватайте и вспарывайте брюхо. Вот так. Я столько просидела над ними, что когда закрываю глаза, вижу эти карты. Но если я не права, и Яматай не в треугольнике дракона... Помню, как ты нашла это в раскопках отца. И прибежала показать мне в своей пижамке с пингвинами. Мне было 5 лет. Первая находка. Да. У тебя есть интуиция. Доверься ей, девочка. Отец любил так говорить. Он всегда доверял интуиции. Плохо это или хорошо? Он бы гордился тобой, Лара. Мы приближаемся к буре. Ну, мы справимся со всем, что нас ждет. Ну что, Лара, соберись.